Итак, здорово, сейчас я расскажу секрет фокуса, который называется разделение. Ну итак, у нас есть три стаканчика, и мы берем, делаем, как это называется, гиммик. То есть, сразу нам изначально нужно взять четыре стаканчика. У одного из них мы отрезаем верхнюю часть. Ножницами, ножиком, без разницы. И еще один стаканчик мы прорезаем дно. Чтобы была дырочка. И потом мы берем, значит, наш обрезанный стаканчик и с дырочкой засовываем в обрезанный. Есть. И берем еще два обычных стаканчика я взял с монетками и взял еще с... Чем это тут у меня? С водой. Вот. Ну, для начала, как бы, перед показом фокуса мы начинаем переливать с одного стакана во второй за болты зубы. Там говорим, что, типа, нам нужна водичка все время и... Мы, типа, любим холодное пить, типа, добавляем лед, но я добавлю монетки. И только добавлять монетки нужно тогда, когда будет у нас в гиммике нашем. Ну, потом можно еще как бы так вот для красоты разок перелить. Второй перелить разок. И чтоб и монетки, и вода осталась у нас в гиммике. Теперь мы берем, закрываем руками наши эти, стаканчики. Но сейчас покажу так, что будет происходить. Мы держим один стаканчик над вторым. И просто наш обрезанный этот стаканчик отпускаем. То есть наш стаканчик падает, и наша вода вся переливается в стаканчик в хороший. Сейчас вода выльется. Все. Значит, монетки у нас остаются в одном стаканчике. Где-то вот камера с дырочкой. И наш обрезанный стаканчик оказывается в стаканчике нормальном. Вот. А так этот фокус делается. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь у меня на канале. До новых встреч. Пока.